Кто победил бы, если бы ты дрался с этим человеком на своем пике? Я мастер танца. Я был очень быстр. Но если бы он меня ударил... Если бы он меня поймал, то... Что скажешь, Майк? Я высокого о себе мнения, я знаю, что я великолепен, но скажу вам, что в этой ситуации все должны склониться и признать, что этот человек величайший. Он может быть скромным, застенчивым и приятным, но этот парень великий. Даже не знаю, что было бы, если бы он по мне попал. Я в это не верю, чемпион скромничает. Я видел его в ринге с убийцами, с такими убийцами, как Форман, Шейверс, с парнями, которые бьют намного тяжелее меня. И он держал лучшие удары этих ребят. Вот это сделало его великим чемпионом.